Всем привет, народ! С вами я, Александр Сучков, и сегодня я играю в Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 0.2.0 от компании Landfall. И мы сегодня, это наша шестая часть, играть в Sandbox, или... я не знаю. Так как мы всю игру прошли, остается только Sandbox. Это единственное, что радует в этой игре. Итак, мы сегодня, по вашим просьбам, мы решили там... придумать что-то от себя, конечно же, добавить. Сегодня, в общем, у нас будет 10 сэндбоксов, которые будут интересные, ну, точнее, как интересные. Ну, вам должно, короче, понравиться. Итак, первый сэндбокс, который нам дал... ладно, пользователя не буду называть. Пофигу уже. Так, сэндбокс придумал парень. Комментарии вы его можете увидеть в прошлом видео. Ну, в общем, давайте начнем. Заранее поставьте, сверните видосик и поставьте лайк, в общем. Также не забывайте подписываться на мой канал Нубас. В общем, он придумал так. Это первый у нас Sandbox. Он придумал вот так. Поставить вот такое вот количество. 1, 2, 3, 4, 5. 5 этих. И где-то вот такую штуку. Кто победит? Так, и еще... Он сказал то, что здесь должно быть 3 викинга. Вот так вот. Не знаю, почему так, но он нарисовал карту именно так. Почему-то он сам попробовать этого не может. Странно. Так, у нас стреляет пушка. Так. Интересно, что будет дальше? Так. Ну да. Короче, побеждают... голубые побеждают. В общем, сэндбокс первый сделан. Дальше мы продолжаем наш сэндбокс. И в нашем сэндбоксе мы сегодня... Это второй, короче, сэндбокс от пользователя... пофиг, короче. В общем, он придумал так. Поставить 1, 2, 3, 4, 5... Подожди. 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот как-то. 10 мушкетов так. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Подождите, я сбился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Так. И одну хвачу вот сюда и вот сюда. И что будет? Так. Опять нахился. Почему-то все нахился работают. Так. Ну, видно то, что... Хотя нифига не видно. А, не, видно. Побеждают опять голубые в нашем втором сэндбоксе, и дальше мы продолжаем. Так, это третий сэндбокс от пользователя... Да хрен с ним. Так, он сказал, что будет, если кругом сделать катапульты. Сейчас попробую сделать. Ну ладно, это как бы считайте круг. В общем, считайте круг. У этих такой, а у других... Какой? Вот, я не знаю, как это назвать, но... Вроде какой-то такой, буква Z, наверное. Я не знаю. Давайте. То есть одинаковое оружие, одинаковые персонажи. Так. Окей. Это наш третий сэндбокс, не забывайте, ребята. Так. Так, ну что ж. Тут нам ничего не показывают особенного. Так, интересно, кто победит? Опять голубые, что ли? О, круто, круто, смотрите, сейчас на нас упадет. Нет, не упал. Ну ладно. Так, ну кто у нас там побеждает-то? Давай-ка. О, они непонятно, куда стреляют, ребят. Не знаю. Не, хотя понятно, офигеть. Как он круто сейчас это сделал, ну ладно. Так. Ну что там происходит-то? О, все! Опять голубые побеждают. В третий раз уже. Ну, в общем, наверное, это как-то... Хотя нет. Я не знаю, как это, короче, объяснить. Ладно. И теперь переходим к четвертому сэндбоксу. В общем, я решил все на хилсе делать. Вы как хотите, в общем. Четвертый сэндбокс написал нам пользователь... Ну, короче... Понятно. То, что я не говорю.
Он написал, что будет, если поставить пол карты одних обычных. Обычные это такие, что ли? Вот так. Ну, пол карты не получится, потому что не знаю. И чтобы они были против кого? Против кого? Я, короче, не знаю, против кого. Тут непонятно, как написано. Сразу видно то, что писал школьник. В общем, ребят, я не понял. Давай-ка футмана, что ли? Я не знаю, как это объяснить. И вот так как-то. Так, и вот так. Не знаю, зачем именно вот так, но так нарисовано на картинке. Так, и, в общем, они идут. Кто победит, я даже не знаю. Ну, точно, наверное, не голубые, потому что на таких вот дофига. Так. Так. Ну, в общем, да. Стоп. Я даже не знаю, даже кто победит сейчас. Это же интересно. И побеждают опять голубые. Как-то странно, ребята. Так, ладно. Переходим к нашей пятой миссии. И тут сказали добавить одного чикмена и... Чего? Мушкеты? Сколько мушкетеров? 5 мушкетеров? Ладно. Вот тут. Так, кто победит? Один чикмен... Курочкин, короче, один. Или 5 мушкетов. Мушкетеров, то есть. Смотрите, он курочек делает. Что он... Все. Победили у нас, конечно, команда таких. Да. И, ребята, самый любимый сейчас... Ну, в общем, то, что мне понравилось. Ну, да, можно это сказать. То, что понравилось мне. А вот это вот 6-й, это единственное, что мне понравилось в этой... Ну, короче, во всей этой хрени, которую присылали моему каналу под прошлым видео, короче, присылали сэндбоксы. И 6-й мне понравился офигеть как. Вот мы дошли до 6-го, он... Ладно, хилс не буду менять, ладно. А дело было так, то что... Что будет, если поставить вот столько вот так, и самураев вот так? Получается какой-то X, но... Я чуть-чуть криво нарисовал. Было не так, ну ладно. Так, и что будет, если они будут против целого такого вот, как буква С, шилдов? Вот мне самое интересное, что получится. Вот мне понравилось, но я еще не пробовал, так что хрен его знает, что сейчас будет. Возможно, что-то будет интересное, но что будет, то будет, ребят. Так. Неужели опять выиграют голубые? Видимо, да. Как-то это странно. Ладно, побеждают голубые, и что же дальше у нас? Я хотел попробовать, потому что реально буквы. Так. Так. Это наш 7-й сэндбокс. Что будет, если викингов вот такое вот, что-то такое он нарисовал? И вот такое вот. Хотя, нет, так, как-то. Да. Что будет, если они будут против каких-то... Я не могу это нарисовать. Давайте так пусть будет. Да, запустилось на беде. Он и написал то, что будет бед. Но так как я не просто же так написал в начале видео то, что не работает. Видимо, нет, работает. Лагает, но работает. И, видимо, у нас побеждают... Хрен его знает кто. В общем, нет, я это пробовать не буду, нет. Хрен с ним. Короче, вот, видим. Считайте, победили, что это... Короче, 8-й наш... Этот, это нужно викингов опять. Добавить дофигища викингов. И одного, точнее, 3 обычных. Да, сейчас спавнится, но... Понятно, что уже победят... Вот, ну, понятно, кто победит. Так, 9-й у нас прислал. Это арчеры и какие-то вот такие хрени. Вот так вроде. Так. Так, ладно. Окей. Ну, понятно, что победят они.
Так, и последний сэндбокс на сегодня, хотя я вот сейчас последний прокрутил, сегодня я все-таки покажу, что же будет, если будет Чикман против Чикмана, то есть маленький. Давайте проверим. Это последний сэндбокс на сегодня, поэтому, ребята, это за это, именно за это вы должны поставить лайк все-таки. И побеждают почему-то голубые. Ну, я не знаю, но, видимо, как-то так. В общем, ребята, если вам это понравилось, то обязательно поставьте лайк под этим видео. В общем, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте, ID 53 50 44 63. Не забывайте про 100 лайков, после чего я выпускаю новый видеоролик. Ну, в общем, всем удачи и всем пока.